Корпорация Microsoft сокращает штат. На данный момент в планах компании уволить почти 3000 человек до следующего года. Microsoft собирается выйти из бизнеса по производству смартфонов. Также гигант планирует реформировать отдел, который занимается устройствами на платформе Windows Phone. В этом году доля из продаж упала ниже 1%. Ожидается, что увольнения пройдут по всему миру. Так, только в Финляндии освободятся более 1000 рабочих мест. Ну и также в планах значится закрытие финского центра исследований и разработок. Сейчас в штате Microsoft около 114 тысяч сотрудников, занятых полный рабочий день.